дворец в Ноттинг-Хилле за биткоины. Инвестиционная фирма по недвижимости в Великобритании London Wall продает дворец в одном из знаменитых районов западного Лондона Ноттинг-Хилле за биткоины. Имущество будет продано за 17 миллионов фунтов, более 3900 биткоинов. Соучредитель London Wall Лев Логинов сказал, что биткоин сделает покупку недвижимости быстрее и легче, без сделок с банками. Это не первый случай в индустрии недвижимости. За последнее время несколько человек из Дубая, Турции и Чехии продали недвижимость, приняв платежи в биткоинах.